Положи на место. Лара, папе с каждым днем все хуже и хуже. Ты же знаешь, нам очень нужны деньги, Лара. Нет. Нет, это мой шанс. Я слишком долго его ждала. Неужели жизнь человека для тебя ничего не значит, Лара? Я сказала, положи на место! Я сказала, положи! Не отдам книгу! Не отдам книгу! Это моя! Моя находка! Не мешать! Отдай! Что с ней делать? Положи! Я сказала, положи на место книгу! Я сказала! Отвечай, папочка. Папа, папа, срочно приезжай. Ты знаешь, что наша мама? Что у нашей мамы? Ты знаешь, кто у нее? Быстро отдал телефон. Отдал телефон. Нет, это тебе за папу и за меня. Подожди, не кричи, давай поговорим. Я люблю твою маму. Я никогда не встречал таких женщин. Это серьезно. Да если бы она согласилась, я бы завтра на ней женился. Ты подлец, скотина. У мамы есть папа, а ты... Прости меня. Я не знал, что все так сложится. Мне плевать. Я все равно все расскажу отцу и не позволю матери с тобой встречаться. Хорошо. Если ты обещаешь ничего не говорить отцу, я сам уйду. Я тебя прошу об этом. Пожалуйста. Доченька, прервался звонок. Так о чем ты хотела сказать? Ничего, пап, просто я очень по тебе соскучилась. Вы здесь, на заднем дворе? А я вас в офисе ищу. Вы нервничаете? Что-то случилось? Случилось. Еще год назад случилось. Я же говорила, нельзя вам без практики. Да ладно обо мне-то. Ты лучше про себя расскажи. Как тебе у нас? Нормально. Странная ты девушка, Оксана. Тебе везде нормально. Ты в медицину-то зачем пошла? Да все банально. Родители по стройкам мотались. Отец потом вообще от нас ушел. Воспитывала меня бабушка. А когда она умерла от тяжелой болезни, я решила стать врачом. Ты решила стать врачом? Я очень хочу им стать. Вы знаете, я дома могу запоем читать медицинский справочник. Но пока смогла закончить только училище. Два раза поступала в институт и оба раза проваливала экзамены. А я помню, как в госпитале оперировали. С таким вдохновением у вас было такое торжественное лицо, что я просто в вас влюбилась. Ну ничего, все у нас еще будет. И операции еще будут. Все у нас будет. Вы сами-то в это верите? Виталина ведь не такая, как вы или я. Для нее это все только бизнес. Да, бизнес. Поэтому нечего прохлаждаться. Оксана, у тебя все маски на сегодня готовы? Почти.